Это форум, разведенный с керосином. Ставим лишний воздух. Взбалтываем. Вот получилась эта смесь, весь осадок он размешался. Теперь иголку эту приставляем вот сюда вот. И начинаем крутить колесо. И равномерно смазывает каждый пин. Не надо капать в каждый пин отдельно. Все, цепь смазана. Керосин высохнет, это туда уйдет. Вот это слой тефлона образовался. Видимо, такой же слой образуется и там внутри, в цепи самой. Вот. Грязь тут смывается. Каждый день я его мою после тренировки. Вот, грязь смывается, остается вот этот вот серый налет. Вот после дождя он, да, он от шестеренок он исчезает.